Гадебл Данила, наконец-то мы нашли выход на центральный пляж. Движение в одну сторону, дороги с другой стороны, кирпичи, въезд запрещен. Что хочешь, чтобы только еще похуже, чем в Паланге. Там видели местного литовца, тоже круги наматывал на машине. Все не может подъехать к пляжу. Какой-то рыбак стул оставил возле бара. Да, влипая, уже с зимними куртками ходят. Ну, стадион. Влипое, в смысле. Может, не видно. Короче, стадион возле моря. Вы такое где-нибудь видели, ребята? О, сказал Бити Майя, сказал даже. Давай, давай. Четик мумс. Не, здесь уж. А еще руки здесь. О, у нас галим тип курить. Ага. Как она называется? Дерево привидений. Да, это дерево привидений. В честь группы Ливу сделали. А это, наверное, их песня. Ого, дискотека. Спасибо, ребята, что досмотрели этот клип.
на этой красивой ноте мы говорим до новых встреч. Пока. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Ну все, темно. Нужно такой переносной прожектор покупать для таких съемок. Мы в одном клипе были тут днем, а сейчас вечером. Посмотрите, сколько уточек. Если видно, конечно. Слышно. Светочувствительность 6400 ISO. Обычным телефоном уже не снять. Будет шум. Сейчас еще красивее. Но зажглось освещение. Все, ребят, до новых встреч. Ha ha ha.